Здравствуйте, Святослав. Сейчас я вам покажу, как вставлять и вынимать объектив с одуванчиком в камеру из камеры, чтобы не сломать одуванчик. Делаю одной рукой. Смотрите. Вот красная риска. Диафрагма 16. Средний контакт одуванчика. Совмещаем с белой точкой на камере. Вот, вставляем очень аккуратненько и поворачиваем против часовой стрелки до щелчка. Вот смотрите, я запрограммировал фокусное расстояние 58 миллиметров и диафрагмы от 2 до 16. Очень аккуратненько обращайтесь с одуванчиком, чтобы его не сломать. Обязательно посмотрите. Так, и вынимаем. Кнопочку нажали, повернули по часовой стрелочке, аккуратненько вытащили. Все, как видите, одуванчик целый, невредимый. Обязательно посмотрите внутрь своей камеры. Посмотрите, как закреплены контакты байонета. Вот у меня контакты байонета просто запаяны. Бывают камеры типа Nikon D90, у которых справа и слева от этих контактов винты. И вот очень часто одуванчик ломают, а винт, который находится с этой стороны, с края. Посмотрите, если у вас винты, будьте крайне аккуратным. Постарайтесь этот винт взять тонкую отвертку и как можно глубже завинтить. Еще раз показываю. Итак, совмещаем средний контакт одуванчика с белой точкой на камере. Если вы чувствуете какое-то препятствие при установке объектива с одуванчиком, не проворачивайте его дальше. Вот видите, опять я установил. Диафрагму выставляете сначала на камере, а потом ее же рукой выставляете на объективе. Кольцо диафрагмы крутится хорошо, но с небольшим усилием, потому что между переходником и кольцом диафрагмы прокладка, которая не пропускает лишний мусор внутрь. Итак, сейчас я упакую и отправлю вам. Спасибо за внимание.